началу весны 44-го года освобожденный Новороссийск уже налаживал мирную жизнь. В город возвращались жители, возобновлялось производство, настраивалось транспортное сообщение, восстанавливалась работа порта. Красная армия продолжала освобождать Черноморское побережье от немецко-фашистских войск. Впереди была Крымская наступательная операция. Баржа с обеспечением, грузы для несокрушимого. Что-то с опозданием идет. Так близко. Когда война закончится, ты станешь капитаном корабля. Обязательно. А ты будешь женой капитана. Женой и все. Товарищ Солей, извольте подчиняться старшему по должности и званию. Во внеслужебное время ваши приказы не обязательны к исполнению, товарищ муж. Егор, догоняй. Так точно, товарищ народный комиссар. Мы сделаем все возможное. Очень на это рассчитываю. В противном случае. В общем, вы сами все знаете. Надеюсь, вы понимаете, о чем шел разговор. Доложите оперативную обстановку. Предположительно, диверсанты заминировали баржу снабжения, используя магнитные мины. Скорее всего, планировали, что мина взорвется, когда баржа подойдет для разгрузки к боевому кораблю «Несокрушимый». Но взрыв произошел раньше. Возможно, из-за того, что баржа вышла из порта с опозданием. Нам повезло. Еще раз нам так повезет,
и мы все отправимся под трибунал. А если это была старая мина? Нет. Троллейная акватория была тщательным. Донная мина. Они не срабатывают при троллении. Только от шума винтов кораблей. 300 килограммов и больше. Ни один диверсант не сможет физически доставить мину на место. Мы уверены, что в городе действует некая диверсионная группа. Но как можно доставить мину в Новороссийск, нам пока неизвестно. В любом случае, мы должны обеспечить безопасность наших кораблей. Какие соображения? Товарищ капитан третьего ранга. Соображения... Проходите. Разрешите войти, товарищ командующий? Проходи, садись. Здравия желаю, товарищи. У меня есть соображение по поводу охраны порта. Так. Нам нужен спец по диверсанту-подводнику. У меня есть такой. Продолжайте, товарищ Сулей. Мой друг из Ленинграда. Капитан второго ранга Сергей Сабуров. Слышали о таком? Приходилось. Он нам нужен. Вызывайте ленинградца. Послезавтра будет здесь. Тебе это. Поликарпов бы нас отнесу. Я же сказала, я справлюсь сама. Все сама и сама. Иногда надо же и другим передавать полномочия. Как ты? Сабуру? А. Вот где собак зарыт. Почему ты не посоветовался со мной? Лен, не будь ребенком. Меня сразу из госпиталя на совещание. Ты там была. Нужно было решение, и я его нашел. Сабуров – решение наших проблем. Это говоришь ты? Ты сам в это веришь? Я верю в нас. Тогда тем более не нужно было его звать. Мы бы справились сами. И снова сами. Сергей один из лучших, и ты это знаешь. Личину надо оставить в прошлом. На кону слишком много стоит. Ага. Дома есть пустая комната. Сергей будет жить с нами. Нет. Нет, я против. Сабуров мой друг! Я так решил. Разговор окончен. Господин полковник, от агента Кунц получена шифровка. Советы планируют начать операцию по освобождению Крыма в ближайшее время. Ведется активная загрузка кораблей боеприпасами и провизией. Группе удалось заминировать баржу обеспечения, но она задержалась и взорвалась раньше, чем подошла к миноносцу Несокрушимый. Кунц запрашивает в кратчайшие сроки доставку партии мин. Передайте Кунцу, чтобы подготовили отправку курьера незамедлительно. Рицолли, отберите лучших курсантов для усиления группы Кунца. К нам едет руководитель первого отдела Абвера, господин Хансен. Он лично хочет дать оценку возможностям нашей школы. На наших курсантов возлагаются большие надежды. Мы должны помочь армии Рейха и сорвать советам их наступление на Крым. К счастью, они ничего не знают о нашей школе русских дельфинов. Подайте, пожалуйста, машину, побыстрее. Здравия желаю. Здравия желаю. Опа. Здравия желаю. Тяжелый же у вас чемодан. Ну так, своя ноша не тянет. Спасибо большое. Черт его знает, встретит, не встретит. Для меня тоже знакомый встречает. Это хорошо. Тормози. Пешком быстрее. Опоздали. Тоже мне большая шишка. Без него справлялись. Тут и оно, Поликарпов, что не справились. Но теперь легче будет. По подводным диверсантам. Лучше спеца, чем капитан второго ранга Сабуров. Днем с огнем не сыщешь. Или ты хочешь под трибунал, Поликарпов? Здравия желаю. Здравия желаю. Товарищ Мельникова.
С прибытием. Ну что, рад был. Счастливо. Ну что, пойдем? Пойдемте. Быстро в машину. Кузов, матрос. Досталось Новороссийску? Досталось. Тысячи пропавших без вести. Многие до сих пор под завалами лежат. Разбираем, ищем. Капитан чужой? Да. Ты знаешь эту женщину-врача? Знаю, Мельникова, заместитель коменданта госпиталя. Они к ней едут, судя по разговору. Объезд есть? Направо. За ними выскочим. Вот они. Матрос, найдешь телефон, скажешь, чтобы выслали опергруппу на адрес старшего лейтенанта Мельникова. Выполнять. Бегом! Поликарпов, молодой, но справится. Здорово, Серега. Здорово, Егор. Извини, что так получилось. Ничего. Вот что, Сережа. Я хотел раньше тебе сказать. Лен теперь моя правая рука. То есть она с тобой СМЕРШа работает? Прости, что не предупредил о ней. Хорошо, что вы с ней вместе. Здравствуйте, Александра Борисовна. Здравствуйте. Когда ранили? Не ранение, перелом. Взрывом отбросил. Наконец-то. Выезжают будут через 10 минут. Молодец, быстро бегаешь. Быстрее, быстрее, бегом, быстрее, бегом, быстрее, бегом, быстрее, бегом, быстрее, бегом, быстрее, бегом, быстрее, 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 быстрее. Уходим. Надо брать. Рискуем. Меня половина и птенчик. Уйдут. Матрос, быстро за руль. Держись. Держись, Егор. Нельзя дать ему уйти. Держись. Давай. Давай, поехали. Давай, давай, сынок, хорошо едешь.
Auf den Boden. Лежать, я сказал. Ты что, со мной на собачьем языке? Обалдел, что ли, капитан? Говори на русском. Что же так о своем родном языке, друг мой? Назад! Ты что, ополоумил, матрос? Назад, я сказал! Оружие на землю. А ну-ка, погоди. Оружие на землю, быстро! Молодец, братишка. Спасибо. Тихо-тихо, матрос. Тихо. Тихо, подожди. Договорились? Не о чем тебе с ним договариваться, братишка. Стреляй! Стреляй, эту сволочь! Не слушай его, Поликарпов! Молчать! Стреляй, я приказываю! Стреляй! Не слушай его, Поликарпов! Поликарпов! Матрос! Смотри на меня. Я капитан второго ранга Алексеев. Герой Советского Союза. Командир 4-го полка 2-й бригады морской пехоты. Подойди сюда, браток. Я тебе документы покажу. Не подходи к нему. Егор. Здравствуйте, товарищи. Сабуров, Сергей. Так точно. Очень рад. Сделай нам чайку. Проходите. Как добрались? Надеюсь, все хорошо? Ну как, с дороги устали? А чего один? Где Егор? Там второго ранга Салей погиб. Как же мы Лене-то скажем? Товарищ капитан первого ранга, зачем этот человек здесь? Мы бы сами справились, а теперь... Товарищ Сергей, я попросил бы вас, я все понимаю, но... Что вы понимаете? Егора нет. Выйдите отсюда оба. Пойдем, Сергей. В самом деле, пойдем. Вот такой магнитной миной группа агента Кунца взорвала баржу снабжения эсминца «Несокрушимый». Сегодня же группа Кунца получит полдюжины таких же. И тогда мы устроим русским знатный фейерверк.
Ваша честь, господин Ханс. В честь великого фюрера и нашей будущей победы. Хайль Гитлер. Прошу прощения, у меня срочное донесение от агента Кунца. Докладывайте, Эмитс. Курьер раскрыт. Погиб вместе с агентом Бригитта. Мины? Пока непонятно. Возможно, попали к русским. Мист. Черт. Кунц и его группа? Кунц считает, что он и его группа пока вне поля зрения. Однако вынуждены бездействовать, поскольку груз они так и не получили. У нас мало времени. Передайте Кунцу, пусть ждет нового курьера с посылочкой. Есть. Я таких еще не видел. Хотя принцип действия похож на панцеркрагер. Это немецкая магнитная мина. Это очевидно. Да, только этот экземпляр позубастее будет. Если закрепить пару штук в нужных местах, то можно и эсминец в одну пустить. Жаль, что спросить, где пекут такие пироги, но мне у кого. Перестарался наш приглашенный специалист. Где пекут такие пироги, не знаю. А вот про булочную, где их выдают, слышал. Здравия желаю, товарищ капитан Перронга. Товарищи офицеры, хочу представить вам нового командира группы, капитан второго ранга Сабуров. Специалист по подводной контрразведывательной деятельности. А на земле, видимо, не очень специалист, да? Прошу обратить ваше внимание, товарищи офицеры, что благодаря деятельности товарища Сабурова эти мины сейчас не на бортах наших кораблей, а лежат здесь обезвреженные. У нас на столе. Как и Егор. Товарищ капитан первого ранга, разрешите? Слушаю. Подлинность документов обоих диверсантов не вызывает сомнения. Проверка патрулями не принесла бы результатов. Расскажи лучше, как ты из злодеев вычислил, товарищ специалист. А пойдем лучше, я тебе покажу. Сведенная татуировка. В этом месте группу крови набивают элитные подразделения СС. Знак для медиков. Чтобы им в первую очередь оказывали помощь. Так ты понял, что он чужой? Да, это место меньше всего страдает в бою. Зато сразу выдают диверсант, поэтому он ее свел. Ну вот. А мы-то не знали твою маму. Опять ты за свое, Павел. Ты лучше подумай, кто их предупредил и как. Ей позвонили. Заместитель коменданта госпиталя полагается телефон на квартире. Матрос позвонил из милиции сюда. Куда информация приходит, оттуда она и уходит. В комендатуру рекрут. Ты тоже так считаешь? Ну да, считаю. Оставить! Что же делать-то? Что делать будешь, командир группы? Разрешите идти, у вас ведь совещание. Совсем разболтались. Давай уже соберем группу и решим это раз и навсегда. Не надо, пусть остынут. Остынут. Лена? Как ты дальше с ней будешь работать? Может, перевести ее? Все в порядке, я справлюсь. Ну, смотри. Ладно. Значит, звонки это и Мельникова, и Нереев проверит. Но выходит так, пока крота мы не найдем в управлении, и слова по делу сказать нельзя.
Предлагают устроить временный штаб там, где нас не смогут прослушать. Совещание будем проводить у адмирала Октябрьского. На корабле. Есть. Разрешите обратиться, товарищ капитан второго ранга? Обращайтесь. Если бы я не влез... Вот пусть это для вас будет уроком. И мне будет уроком. Я должен был все предусмотреть. Леночка, дочка! Ну, наконец-то! Не поняла. А где же Леночка и Егорка? Ты куда мне привез матрос? На служебную квартиру. А вы, наверное, гость из Ленинграда, про которого Егор говорил. Они вам с Леночкой комнату обустроили. Так где ж они сами-то? Лен, привет. Привет. А я мимо шла, решила зайти и книгу тебе твою вернуть. Может быть, чаю, раз уж шли мимо и зашли? Вы извините, что я в разговор вмешался. Я просто голос услышал из комнаты, подумал, что это за артистка к Сергею в гости пришла. Уж больно у вас голосок мелодичный. Это Лена, мы с ней вместе в школе учились. А это Егор, мы с ним на одном курсе учимся. Очень приятно. Сергей, ну не стой столбом. Предложи Лене чаю. Нет, не надо. Вы абсолютно правы. К черту чай. Пойдемте гулять. На улице отличная погода. А пойдемте. Сергей, ну чего? Пойдем. Ну, я вас догоню. Давайте. Мы тебя ждем. Давайте. Вот ведь как, Егорушка, такой хороший был. Лену так любил, и она его. Она сама-то будет. Товарищ Солей сказала, что вернется только за вещами завтра. Не понял. Товарищ капитан третьего ранга приказала вам не говорить ничего. До самого места доставить, и только тут... И то, если разговор пойдет. Разговор пошел, давай рассказывай. Не хочет она здесь больше жить. Тяжело ей, а вы сами решайте. Что же, она теперь в казарме будет ночевать, что ли? Ехать мне надо. В штабе капитаранга Солея поминает. Езжайте, матрос. Извините, товарищ капитан второго ранга. Доброй ночи, тетя Дусь. Еще раз! Захват цельный! Перерыв. Сегодня ты меня почти победил, дружище. Да я дрался полсилы. Лицо твое пожурил, Шумский. Тебе же сегодня на танцы. Курсант Рита, вас к полковнику. Не сегодня. Тебе повезло. Смотря кому еще повезло. Ну что, курсант Шумский, пришло ваше время.
Вы отправляете в захваченный большевиками Новороссийск в распоряжение агента с позывным Кунц. Благодарю, господин полковник. Здесь информация о проделанной вами работе в лагере военнопленных, копии доносов. Вы же понимаете, чем может закончиться эта история, если все это окажется в руках большевиков. Я уверен вам и Рейху, господин полковник. Не знаю, мой друг. Как у вас у русских говорят, береженого Бог бережет. Твой ориентир – это створный знак. Потом берешь чуть левее, где-то с полкилометра. А дальше вплавь. Весь берег заминирован. Вот на этой карте проход через мины. А груз? Груз оставишь в этой точке. Не забудь распустить фал. Был звонок на номер в доме капитан-лейтенанта Мельникова, товарищ капитан первого ранга. Сразу после звонка матроса Поликарпова. Подслушали разговоры, предупредили. Откуда поступил звонок? Из здания нашего управления. Вот полный список тех, кто имеет доступ к телефонам и коммутаторам. Ну, хорошие дела. Разрешите, товарищ капитан первого ранга? Да. Свободен пока. Вызывали? Вызывал. Проходи, присаживайся. В штабе ночевал? Так точно. Ну, я так понимаю, это чтобы с капитаном Соборовым под одной крышей не находиться. А как же дальше служба? Честно. Честно. Вы же с ним со школы знакомы. Так точно. С товарищем Соборовым мы учились в одной школе. Это он меня с Егором познакомил. Они друзьями были. Ну, значит, в работе никаких вопросов не возникнет. Не должно. Если возникнет, задам их лично товарищу капитану второго ранга. Хорошо. Ладно. Завтра у адмирала Октябрьского. Он лично вас вызывал. Разрешите идти? Идите. Санта Мария. Пресвятая Мария. Fa molto freddo. Как же холодно. Perché abbiamo bisogno di questo paese? Зачем нам вообще эта страна? Hans, mach ihn! Hans, давай побыстрее. Светлая память нашему товарищу, герою, Егору Мироновичу Салею. Мы все сочувствуем вашему горю. Прошу садиться. Иван Федорович, у вас есть что сказать? В связи с подготовкой решающего наступления по освобождению Крымского полуострова, штаб флота принял решение максимально усилить охрану судов. Предлагаю заслушать начальника управления контрразведки СМЕРШ, капитана первого ранга Нестеренко. Пожалуйста, Андрей Фомич. Товарищи, по агентурным данным, в районе Исмаил Килия Вилкова
была создана вражеская диверсионно-разведывательная школа, где русскоязычных курсантов обучают опытные инструкторы из Германии и Италии. И обучают именно диверсиям на воде. Для создания особого спецподразделения по борьбе с диверсантами-подводниками в наше распоряжение прибыл капитан второго ранга товарищ Сабуров, имеющий завидный опыт подобной работы в составе контрдиверсионных подразделений Балтийского флота. Я хотел бы выслушать ваши соображения как специалист. Пожалуйста. Для начала предлагаю обезопасить боевые корабли, которые стоят на рейде в порту. Корабль закрывается в стальную сеть, которая идет от самого верха до дна. С другой стороны, корабль размыкается двумя буксирами, если боевому кораблю нужно оперативно выйти в море. В стальной сетке можно сделать проход? Можно, но это займет определенное время. За это время можно диверсантов обезвредить. Наша задача – научиться ликвидировать диверсантов на суше. Потому что водолаз, взорвавший баржу, пришел из города. А это значит, что в городе у них есть свои люди. Мы их должны вычислять. Почему именно в городе? Они приплывают морем, значит, могут сходу атаковать? Да, они прибывают морем, но атака сходу практически невозможна. Потому что им нужно осмотреться, подготовиться. В конце концов, кораблей может не оказаться в порту. Поэтому они выходят в город, готовятся, потом нападают. В городе они более уязвимы. В море мы их не поймаем. Поэтому я считаю, что через день-два придет новая группа с минами. Наша задача – ликвидировать их на высадке. Я сегодня изучил линию береговой обороны. Интервал прохождения патруля более 20 минут. Теоретически диверсант за это время может произвести высадку. В вечернее время патруль не усилен, и временные интервалы не сокращены. Считаю это большим упущением. Также в береговой линии остались еще недоступные места, где проход для патрулей вообще невозможен. Такая оборона против морских диверсантов малоэффективна. Товарищ Сабуров, то, что в нашей береговой обороне есть бреши, мы уже убедились. У вас есть конкретные предложения? Есть. Я изучу собранные мной материалы более детально, после чего сделаю полный доклад. Звучит разумно. Рад, что вы с нами, капитан второго ранга. Товарищ офицер, совещание закончено. Все свободны. Я что-то не то сказал? Нет, ты все правильно сказал. Ты просто за один день увидел то, что пропустил Егор. Если бы он все предусмотрел, тебя бы здесь не было, он был бы жив. Мне очень жаль. Я просто хочу, чтобы каждый из этих тварей был уничтожен. Раздавлен, чтобы даже памяти о них не осталось. Ты стал другой. Есть. Талена умерла. Мы выкурим этих тварей из мура. Слева! Пошел, пошел! Давай, гаси!
Будешь знать, как наши корабли подрывать. Где мин? Ты мне все скажешь. Пасть закрой, сука. Готовально. Заткнись, сука. Сюда иди. Сюда иди. Больно. Сдаюсь я. 88. Не те, кто нам нужен. Восьмая буква латинского алфавита. Зашифрованная надпись «Ха». Хайль Гитлер. Фанатик гребаный. Ну и правильно. Лечить его, что ли? Собрались куда-то на ночь глядя, Сергей Александрович? Да, нужно пройтись по делам. Спасибо вам за одежду. Пожалуйста. Товарищ капитан, предъявите ваши документы. Неплохо. Завтра с утра быть на рынке. Буду. Рынок. Ваши документы. Дело государственной важности. Возможно, диверсия. Мне нужна ваша помощь. Ищем капитана в полевой форме. Бойцы, вы направо, вы, капитан, за мной. Это и другое снаряжение было обнаружено в тайнике. Мин в нем не было. Самому диверсанту удалось скрыться. Как тебе удалось его вычислить? Я искал лазейки, патрулировал берега достаточно плотно. Парочку нашел. В частности, минное поле. Это же самоубийство, минное поле. Самоубийство, если не знать, где проход. Присаживайтесь. Карта была также в тайнике. Жаль, что так все получилось.
Еще не все потеряно, товарищ капитан первого ранга. Я слышал, как они говорили про рынок. Я считаю, что следующая встреча должна пройти на рынке. Когда? Сегодня с утра нужно выставить там наблюдение. Это нужно всех людей задействовать. Хорошо, что у нас рынок один. Приготовились все. Работаем по условному сигналу. Девушка, возьмите платье. Смотрите, шелк натуральный, очень красивое. С каблучком удобные. Кожаные сапожки, смотрите, очень хорошие.